Сегодня говорим о вашем детище, о социальной сети Ярус. Или Ярус. Как вообще правильно она называется, где ударение и что значит? Правильно называется Ярус. Ну, на самом деле, вы здорово заметили, что есть такое двойное прочтение, и неспроста оно заложено в названии, потому что, с одной стороны, Ярус – это продукт, который сделан в России, сделан в первую очередь для русскоговорящих людей, а с другой стороны, Ярус – это такая полочка, на которой лежит разный контент с различными интересами. Таким образом, у нас получается Ярус – такая социальная сеть, где каждый может найти свое. Убедите меня, почему я должна уйти из разных социальных сетей, перестать сидеть вот во всех этих запрещенках и пойти на Ярус. Ну, наверное, во-первых, потому что к нам попасть гораздо проще, чем во всякие запрещенки. Это да. Да, есть такой определенный барьер. Во-вторых, ну, у нас действительно большое разнообразие контента, такое, которое вы вряд ли встретите в любых других соцсетях. То есть, чтобы вам потреблять и новости, и музыку, и фотопосты, и видео, вам, наверное, надо там 3-4 различных соцсети использовать. А у нас, собственно, это все в одном. Ну и в-третьих, это наша система монетизации. Она у нас достаточно обширная. На Ярусе можно реально зарабатывать. Вот подчас даже, наверное, сейчас больше, чем на Ютубе. Вот. В сопоставимых условиях. Так что всякие возможности есть. Приходите.